Многокилометровый автомобильный затор образовался сегодня в Чебоксарском районе на федеральной трассе М7 «Волга». В пробке замерзали сотни автомобилистов и 15 междугородних автобусов с практически 1000 пассажиров. Такова легенда учения МЧС, которые прошли сегодня в республике. По сценарию, многокилометровая пробка образовалась из-за серьезного ДТП, в котором не обошлось без пострадавших. В кювет опрокинулась большегрузная фура. Осложняло проблему то, что в некоторых транспортных средствах, которые попали в затор, топливо было на исходе. То есть автомобили могли заглохнуть, а люди в них замерзнуть. Данная ситуация, конечно, выдуманная, но в нынешних погодных условиях экстренные службы должны быть готовы к подобным ЧП в реальности. Был развернут оперативный штаб, развернуты силы и средства по обеспечению населения, попавшего вот в эту затруднительную ситуацию, горячей пищей, обогрев обеспечен, ну и заправка автомобилей автомобильным топливом. На сегодня все силы и средства готовы, задачи все выполнимы. Для учений задействовали более сотни сотрудников экстренных служб и более 40 единиц техники. В случае, если этих сил и средств будет недостаточно, на помощь местным спасателям всегда готовы подключиться соседние регионы Поволжья. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.